Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка заказов Оберлик по восьмому каталогу, плюс много новинок девятого каталога. Итак, поехали! Так, начнем с заказа по VIP-программе. Взяла вот такой вот коктейль Wellness, теперь уже со смородиной. Захотелось попробовать какой-то другой. А то мы берем шоколадный прям постоянно. Мне кажется, я со смородиной пила только в самом начале, когда они появились. 156-53 артикул. Они очень вкусные. Рассказывала уже вам, что взбиваем их капучинатором, и получаются как кислородные коктейли. Вкусненькие, классные, на перекус, заменить какой-то прием пищи, вообще на самом деле классно. Там очень много витаминов, белка, поэтому никаких нареканий нет. Но так как шоколадный уже приелся, захотелось попробовать такой. Так, это у нас с вами новинка 9-го каталога. Это комплекс витамина В. Артикул 158-04. Посмотрим, что у нас здесь с вами. Смотрите, по составу здесь, наверное, практически все витамины В. И как мы с вами будем принимать. Витамин В – это классная штука для волос, для кожи, для всего. По 2 капсулы в день во время еды. Мне кажется, можно принимать и на постоянной основе. Ничего плохого в этом не будет. 60 дрожжей. Давайте откроем, посмотрим, как они выглядят. Это всегда нужно, это всегда полезно, это всегда супер. Вот такие вот капсулки, какие-то такие вот бежевые они. Пахнет витаминами группы В. Я как медик, который очень часто вскрывал ампулы с витаминами группы В, знаю, как они пахнут. Поэтому, да, не обманули. Дальше, девчонки, давно смотрю на такие ножницы. Их не было давно на складе, кухонные ножницы. Тут они недавно появились. Увидела еще лайфхак ролик, что и на даче они тоже могут очень хорошо пригодиться. Ими прям вот, ну, вместо секатора, скажем так вот по-русски, да. Так, артикул 910. 0,95. Сейчас мы их с вами вскроем и посмотрим. Я хотела вообще, знаете, такие ножницы, по-моему, тоже раньше были Faberlic и быстро исчезли, которые вот с несколькими зубчиками для нарезки зелени, для нарезки огурца быстро. Но таких, к сожалению, тоже давно нет. Так, упаковка у нас такая добротная. Кому интересна информация по составу, по металлу там и так далее, вскрываем. Ножницы довольно тяжелые, такие увесистые. Прям вот вообще. Вот здесь такой замочек, то есть одеток тоже, да, не вскроют, ничего не сделают. Единственное, вот тут немножко пластик неаккуратно. А так, вроде ничего. Тяжеленький. Так, открываем, я прям боюсь. О, все, открываем, защелку открыли, вот они у нас с вами открылись. Мясо резать, курицу, смотрите, здесь вот такие вот зубчики. А здесь просто лезвие. Лезвие толстое. Но вообще мне очень нравятся ножи Faberlic, поэтому, я думаю, ножницы ничем уступать не будут. Как-нибудь вам покажу, как разделаю ими мясо. Раз, защелкнули, все. Супер, замечательно, отличненько. Так, дальше поехали. Что это у меня тут? Господи. А, тоже давно смотрю на массажер для ног. У меня есть, в принципе, аппликатор Кузнецова, по которому я хожу. Но мне захотелось именно что-то для ног. Была хорошая цена, поэтому взяла. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так, артикул, девчонки, 910-255. Профилактика расширения даже вен, релаксация, нормализация сна. В общем, прям все-все-все, потому что все акупунктурные точки у нас с вами находятся на стопах. Поэтому массаж стоп – это вообще штука полезная. Вот такой он побольше ладони. Две ножки сюда ставим и катаем. Вот здесь можно. Сейчас откроем. Здесь, кстати, прорезиненные ножки. Одна из них выскочила почему-то. То есть, чтобы он у нас с вами по полу не скользил. И вот таким образом он выглядит. Я думала, что вот эти штучки будут поострее, если честно. Мне хотелось прям остроты. Но они такие просто кругленькие, кругляшки. В общем, вот так катать. И вот здесь. Ручкам приятно. Посмотрим, как будет ножкам. Так, дальше поехали. Что у меня тут интересного? А вот он, порошок, девчонки. Листовой порошок. Я не стала брать тот, что захватывает цвет. Потому что у меня нет таких вещей, которые линяют. Я не могу вам его достоверно проверить, и он мне совершенно ни к чему. А вот этот протестируем обязательно в следующих роликах. Вместе один лист, одна стирка. То есть у нас здесь 20 листов, 20 стирок. Сейчас распакуем. Давайте посмотрим состав. Кому интересно, может сравнить его с обычным порошком нашим. Показываю вам. Это новинка 9-го каталога тоже. Артикул 308-43. Вот так приходит коробочка. Сейчас тоже все с вами вскроем. Вот тут у нас прям написано «открывать здесь». Открываем. Так, а дальше что? А дальше она у меня рвется. А, вот, вот так. Смотрите, вот так. И вот они здесь лежат, листочки, прям вот без всего, все вместе, стопочкой.
стопкой они у меня и достаются, по ходу дела. Или это один? Не пойму, девчонки. Это один. Он такой плотненький листик. Еле-еле уловимая душка, практически нет. Но не как у порошка сыпучего. Она вот какая-то еле-еле такая душечка чистоты, вообще вот если прям принюхиваться. А так вот листики-листики. Кто знает, как такие листики проверить, можете прислать. Проверим обязательно в следующем ролике. Ну, может быть, в водичку там в теплую попытаться разболтать, какое-нибудь пятнышко вывести. В общем, если есть идеи, присылайте. Я только за эксперименты. Ну, а про обычную стирку, да, обязательно покажу. Смотрите, 0 фосфатов, 0 пластика, 0 одушки. Интересно. Интересно. Будем пробовать. Так, дальше поехали. Взяла себе вот такую красочку 11.1. Это у нас ультраосветляющий блонд пепельный. Артикул его 180-35. Это вдруг, если мне приспичит осветлить кончики, что у меня было. Пока у меня такого желания нет, но просто вот все осветлители дома закончились, а у меня прям под настроение, когда хочется, тогда хочется. Осветляет, кстати, классно. Faberlic Expert Color вообще самая такая ядреная краска, но она и волосы прилично жжет. Но осветляет на много-много тонов. Закрашивает седину, если говорить в целом про краску, поэтому... Она мощная, она прям мощная и мощная. Так, дальше масочки, девчонки. Масочки достаю. Достаю масочки, все три штучки взяла на пробу, будем пробовать. Так, первая у нас с вами кафе латте. 6 грамм здесь у нас. Это серия Miss Skinny, артикул 0643. Что у нас здесь с вами? Укрепляющая бабл маска для лица. Укрепляющая. Что она на лице может укрепить? Так. Уникальная формула, крем-маска и эссенция молочного бустера при смешивании образуют мягкую воздушную пену. То есть у нас здесь два отсека, они разделены между собой. Нам нужно будет их смешивать, я так понимаю. Состав показываю вам, можете нажать на паузу, он огромный просто, девчонки. Нажать на паузу и почитать. Но я что-то прям тут кофе увидела в начале. Так. Дарит коже энергию на весь день. Экстракт кофейных зерен и ретинол. Вот с ретинолом класс. Экстракт черники. Какой аромат, твоя кожа будет в восторге. Способ применения. Тщательно очистите, высушите кожу. Сложите пакетик пополам вдоль и откройте его, разорвав нижний надрез. В сложенном виде выдавите оба состава на ладонь. Хорошо перемешайте, когда образуется пена. Нанесите толстым слоем на лицо. Мне кажется, тут на два раза хватит. Через 10-20 минут тщательно смойте теплой водой. Будем делать с вами в следующих роликах тоже все эти масочки, обязательно проверим. А дальше у нас шоколад латте, шоколадный латте. Показываю тоже, ну тут все то же самое, не буду вдаваться в подробности. Она у нас с вами питательная и в то же время, смотрите, эффективно отшелушивает, удаляет загрязнение. Интересненько. Так, артикул, девчонки, 0613. И следующая масочка, это Green Tea Latte. Наверное, будет очищающий. Нет, успокаивающий. Хотелось бы, конечно, очищающих масок Faberlic. Зеленый чай, гиалуронка у нас здесь и центелла, успокаивает. Ага, это вот у кого бывают воспаления, мне кажется. После солнышка можно такую сделать. Ее артикул 0600. Все будем с вами делать, все расскажу, покажу. Из серии «Дом» заказала вот такой вот ультракондиционер, бальзам для белья Sensitive 0+, то есть экологичный, безопасный. Артикул 118-56, он делает белье необыкновенно мягким, у него великолепная отдушка, такая чистоты зелени цветочков, очень вкусная. Девчонки, в распродаже по срокам годности успела, взяла вот такие два геля для душа La Crème. Я не очень люблю с клубникой, но они там что-то были вообще, девчонки, за 20-30 рублей, поэтому взяла. Смотрите, у нас от 7.08.21, а срок годности 2 года, то есть до августа аж, до августа, поэтому вообще классно, израсходуем супер-пупер. 83.94 за копейки, так сказать, урвала. Вот иди сюда, клубничка, к пиончикам. Дальше гель для мытья посуды закончился, взяла сода-эффект, второй раз повторила, посуду прям до скрипа отмывает, и запах ненавязчивый. 397, пенится отлично, все прекрасно. А здесь у нас лайм свеженький, такой аромат, хорошо все моет. И еще в остатках остатки сладкие повторила, опять уже третий раз, наверное, я все смотрю, беру себе в запас. Крем-гель для душа из линейки Dream Therapy, потому что я обожаю вот вечером принимать с ним душ, девчонки. Так, расслабляет, так вообще вот становится приятно. 26.14 артикул. Это гель для душа, который обладает такой кремовой консистенцией, беленький,
непрозрачный, очень хорошо пенится, можно и без мочалки. После него очень кожа увлажненная, даже, я бы сказала, местами напитанная прям. Но такое удовольствие. И вот этот вот аромат, вот именно перед сном, на утреннее нет. А перед сном прям вот заходит шикарно. Дальше новиночка еще 9-го каталога. У нас с вами появляется вот такой репейный бальзам к двум шампуням, да, алоэ и крапива. Появляется репейный бальзам. Шампуни мне из этой серии безумно понравились, и я думаю, что и бальзам должен быть хорошим. Сила волос. Будем тестировать, все расскажу. Я сейчас бальзамами и масками, правда, не пользуюсь, крайне редко, но я не думаю, что тут будет что-то утяжелять. Хотя, кто знает, 29,58 артикул приходит вот так запечатанный. Эх. Так, бальзамчик. Ну, такой вот, знаете, по консистенции, как бальзамчики Ботаника. Средней густоты по аромату сейчас. Посмотрим. Репейником пахнет, плюс какая-то вкусная косметическая отдушка. Покажу вам состав тоже, кому интересно и важно, где он. Вот он, состав. Так, артикул сказал 29,58. Репейник, репейник, репейник. Масло дикого репейника. Ага, блеск. Облегчает расчесывание, оживляет пряди по всей длине. Посмотрим. Флакончик большой, цена вопроса очень-очень бюджетная. Так, повторила вот такую губочку, потому что это прям спасение для уборки дома без любой химии, девчонки. Раковину, да что угодно, вот так оттереть. Изумительно. И посуду пробовала, не повреждает покрытие, все отлично. У меня уже есть в запасе, вторую еще кладу, потому что сейчас разберут, я чувствую. 910-434. Прям рекомендую, девчонки, эти губочки металлические. Вот на Wildberries, на Ozon есть похожие. И можно даже чуть подешевле найти, хотя это тоже стоит дешево. Но они не такие, я брала, у меня были. Вот это совершенно другое, она гораздо более упругая. И вот эти вот по бокам с двух сторон штучки тоненькие. Ими очень удобно чистить какие-то труднодоступные места. Я уже показывала, по-моему, в Дзене девчонкам по этой губке подробно. Возьмите, обязательно потестируйте. Классная вещь. Девчонки, повторила вот такую маску витамин В3. Из масок в паночках трех. Мне вот это нравится больше всего. Почему? Она охлаждает. Это прям вот летний, летний формат. Освежающая маска для лица. Перезагрузка. Артикул 0042. Мне где-то на 3-5 применений хватает. Ну, 5, если растянуть вот этой баночки. Она совсем маленькая. Я забыла, какой здесь. Хотя 50 миллилитров. Ну, вот прям она как-то расходуется у меня очень быстро. Не знаю, почему. Здесь есть лопаточка. Ее безумно неудобно наносить. Я уже, когда их тестировала, по этому поводу высказывалась. Лопаточкой ее вообще не нанесешь. Лопаточкой можно наносить на руки. А уже с рук... На руках распределять, потому что это желе. И также кусками оно наносится на лицо. Поэтому я сначала в ручках разминаю это желе, а потом на лицо наношу. Маска классная, она освежает, она выравнивает тон, она слегка охлаждает, не утяжеляет. После нее личико такое вот чистенькое. Поэтому нравится и решила повторить. Сейчас вроде вот Фаберлик уже хорошо. Я все жаловалась, что мне не хватает масок. Все, масочки подъехали, замечательно. Так, крем-бальзам для тела с мумиё. Девчонки, тоже новинка, по-моему, 9-го каталога, если я не ошибаюсь, да? 28-26, тоже показываю вам состав. Восстановление кожного покрова, сохраняет упругость и эластичность, натуральные компоненты, питают, календула, витамин F, пихтовая хвоя, алтайская мумиё. На каком она у нас месте-то? На втором макадамии. Ну, состав неплохой вроде, да? Так, приходит запечатанная. Сейчас с вами откроем и посмотрим, что у нас тут за мумиё. Вот такое бежевое мумиё. Фокус, фокусируйся на мумие. Так, по аромату. Вот мумиём и пахнет, девчонки. Помимо всего прочего, пихтовый какой-то отголосочек по ручкам сейчас распределю. Прям увлажняет так хорошо сразу. Прям скользят руки, как после силикончиков. Масла в составе. Прям классненько увлажняет, слушайте. Но одушка, могу сказать, не очень ярко выражена, не отпугивающая, не отталкивающая, то есть такая терпимая, все нормально. Она уже выветрилась вот с рук, и, в принципе, я ее не чувствую. Так, что у меня тут дальше? Я уже сама забыла, девчонки. Мисс Кёрл. А, Мисс Кёрл. Это у меня заказала девочка, фиолетовую Мисс Кёрл. 50... Я не буду открывать. 57-61. Мисс Кёрл тушь классная, силиконовая кисточка, изогнутая. И вот ей нужна была вот именно синенькая, фиолетовая, сиреневая, не знаю, как ее правильно назвать. Мы ей заказали. Дальше у меня помадка, девчонки, красная. Я последнее время заметили на красной. 404-66. Это жидкая матовая помада.
Моя одна из любимых Faberlic. И это именно оттенок красный, красный благородный. Красный, что ни на есть красный. Мне захотелось именно вот эту жидкую матовую иметь в красном оттенке. Ох, ну прям супер. В Дзене фоточки сделаю. Смотрите, да, прям красивый, благородный красный цвет. Без рыжины, без вишни, без бургундии, без чего бы то ни было. Классический, красный, красивый, обалденный цвет. А в чем прелесть именно этой помады? У нее бархатный финиш. Она не супер-пупер стойкая, не пластилином на ваши губы не ложится. Она потихоньку съедается. Но равномерно. Не требует контура, не разъезжается никуда. Это потому что матовый формат. Вот сейчас она потихонечку на руке схватится, и это уже будет бархатный финиш. Хотя сначала он такой вот, видите, немножко глянцевый даже. Она невероятно комфортная на губах. Она их не сушит. Ну, в общем, не требует никакого дополнительного ухода. Это вот прям золотая середина. Да, она потихоньку съедается, да, как бы, но я не вижу в этом ничего страшного. Зато она безумно комфортная. Так, дальше что у нас с вами? Дальше, наконец-то, чага появилась на складе. Я ее ждала, взяла пропить. Я ее пью натощак, поскольку капель я уже забыла. Я приблизительно... Знаю, сколько мне нужно пипеткой отмерить. Это где-то пол пипетки выходит, 10 капель в 100 мл воды. Но я растворяю 200 в кружке и натощак ее пью. Чага вещь очень крутая, очень классная. Артикул 157-49. Почитайте, если хотите, в интернете. Я вас грузить информацией не буду. Это вот такой флакон с пипеткой. 50 порций здесь написано. То есть почти 2 месяца будем пить. И вот так она выглядит. Ей очень легко можно все замарать. Она такая темненькая. 10 капель, но чуть меньше половины пипетки. Поэтому я уже в каплях не измеряю. Я уже знаю, сколько это. Наливаю себе в стаканчик, натощак пью. Так, дальше. Мои хорошие. А, вот еще новинка. У нас с вами появляются каялы в нескольких оттенках. Так, я взяла, конечно, коричневый. Карандаш каял для глаз. 12 часов стойкости. Артикул 408-99. Сейчас мы его с вами распечатаем и посмотрим. Я, правда, последнее время совсем не делаю ни стрелки, ни межресничку даже не прокрашиваю. Но мне безумно хотелось с вами потестировать. А вдруг прям, ну, вот что-то супер-пупер стоящее. И нам необходимо с вами срочно об этом знать. И мне аж захочется себе снова делать стрелки. Ну, с растушевочкой. Может быть, а так вот прям давно не делаю. Очень тяжело распечатывается на самом деле карандаш. Но мы это сделаем. Вот, как он выглядит. Фокус. Вот так. Он у нас с вами выкручивающийся. Сколько здесь его, покажу вам сейчас. О, сколько. Ну, вроде такой благородный коричневый цвет. Сейчас просвочим. И проверим на стойкость. Угу. Красивый цвет, камера верно передает такой холодный коричневый оттенок. Но вот если стрелочку рисовать тоненькую, здесь уже не получится. Да глянь, фокус. Здесь нужен уже маркер. Хотя вот, можно. Так, давайте посмотрим на стойкость. Ну, все стирается. Может, надо схватиться, а так, в принципе, вообще не стойкий. Оставим пока. Похожу, посмотрю. Можно растушевочку делать у уголка глаза, да как угодно. Вот помада. Помада тоже стирается. Видите, она мажется. Она вот так размазывается, но она еще не полностью схватилась. Она еще немножко поблескивает. Но так уже, в принципе, такой бархатный финиш. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот он, собственно говоря, 9-й каталог, на обложке которого вот эти новые каялы. Горячим трендом с новыми каялами. Ну, не знаю, если они так размазываются, конечно, на лето не очень хороший вариант, мне кажется. Будет классный подарок для новичков. Как раз вот эти пластины для стирки и пластины для вот захвата, ловушки цвета, как их назвали, да. А ссылочка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Пишите, что из новиночек заказали вы. Всех люблю, целую, всем пока-пока.